Уже 5 статуэток нашли своих победителей. И наша последняя номинация – «Экологическая реальность». Знакомимся с нашими финалистами. И уже совсем скоро узнаем, кто же стал победителем. Победителем в номинации «Экологическая реальность» становится... Так... Шавлак Сергей, Республика Крым. Отправляем эту заветную статуэтку к вам. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Шавлак. Я автор проекта «Лесовик-затейник». На мой взгляд, смысл обмена информацией в 2023 году – это именно стремление к экологической реальности через реальные дела, через добрые и классные идеи, которые мы реализуем в нашем сообществе, посвященное лесу и всему, что с этим связано. Благодарим всех за участие, поздравляем наших победителей и до встречи в следующем году.